считаешь, Бегемот, жизнь московского народа населения за последние годы сильно изменилась? Я говорю. Точно так, мессия. Да, внешне она сильно изменилась. Пространный артист. Появились костюмы, автомобили, трамваи и... Автобусы. Автобусы, да. Пространный артист выражает восхищение Москвой, которая выросла в техническом смысле, и москвича. Бегемот, я разве выразил восхищение? Никак нет, мессир, вы никакого восхищения не выражали. А что говорит этот человек? Этот человек? Так, собрал. Поздравляю вас, господин Собрал. Бегемот! Меня не интересует всякая эта аппаратура, всякая эта хрень. Меня интересует, насколько изменилось все это внутреннее нутро. Как у них изменилось? Нет, посмотри внимательнее. Люди как люди, да? Люди любят деньги, да. Человечка всегда любила деньги. Да, машины. Какие бы они ни были, золотые, бумажные, кожа. Я вспоминаю это время, когда не было золота. Что время золото было обман, ложь, красноречие. Ты помнишь это время, когда не было мое и твое? А что было делить людям? Они просто мирно пасли пастбище, и у них были ручьи, плоды и деревья. Ты помнишь? Да и ладно. Это золотой век. Да, этот век, хотя не было золота, но его называли золотым. Ну, как люди, квартирный вопрос испортил москвичей. Ха-ха-ха. Рассмотрим жизнь Москвы поподробнее. Зеркальной витрины и разложила по полочкам.
Какая? Сухаревская. Большой Сухаревской. Маленький Сухаревской. Большой Харитоневской. Маленький Харитоневской. Гуляет Нигелинка. Окропленные живым дождем неба появляются магазинчики. Первые зашевелились кондитерские, конечно. А за ними пошли галантерейные, пищебумажные, книжные, парикмахерские, шляпные и, наконец, огромные универсальные. Огромные, широкие, больше и больше. Наконец-то Москва торгует. Москву-то не узнать. Thank you.
не для того приставлен к вам, к сукину сынам. Я приставлен для того, чтобы лечить вас. Знаешь, что у тебя, мерзавец? У тебя гангрена с поражением центральной и нервной системы. Батюшка Петр, а что с ногой-то будет? С ногой? С ногой, что будет? С ногой ничего не будет, она отвалится. А ты приходи, мы тебе справочку выпишем. Да, со страхами, страховочка платит. Грамотно не полагается. Так.
увольнимся. Сидоров! Сукин сын! Выйдешь в другой раз! Thank you.
глазах, она мила, как снегопад. Речь будет идти. Дело в том, что
предсказывает настоящее, прошлое и будущее. И все интимные семейные тайны. Если у вас имеются семейные какие-то интимные тайны, то я сейчас могу это сделать посредством погружения ее в гипноз. Гипноз делается очень просто. Смотрите, вы все заинтересованы в этом, в спиритическом, да? Как это везде делается. Это делается очень просто. Свет! Смотри на пальцы. На пальцы смотри. Внимательней смотри. Ты чувствуешь это? Так, так, господа, она в глубоком трансе. Я погружаюсь в этот транс. Задавайте вопросы, задавайте ваши вопросы, вопросы, давай, давай. Марфа Александровна, скажите, когда будет ближайшее событие, важное в моей жизни? Когда? Ваше сердце будет разбито коварной женщиной. Как ее зовут? Thank you.
гость сегодня только не принимали. За мародера тебя принимали по твоему костюму. За дезертир тебя тоже принимали. Судя по твоей игре. И за мародера? И за мародера. Ну, а кто ты есть с другой стороны? Ты есть мародер и дезертир. Ах, месье, это все, что на сегодня мне удалось разыскать. Я жду ваших распоряжений. А знаешь что, Котик? Распоряжений никаких не будет. Вот сейчас будет все очень просто. Грянет гроза, ударит гром, и все это к чертовой бабушке. Даже если в этом произведении появляется не совсем божественный, если...